Всем привет, дорогие друзья, с вами Андрей. Я немножечко поменял формат ведения своих видео. И сразу непосредственно приступаем к выступлению Димаша в Кремле с песней «Олимпика» на концерте ко дню сотрудников ОВД России. Давайте сразу приступать. О, ни Петра, то ни Фьор, а Рострай под Тапперомор, Ставо финис свой, поэтие дедой, для вита Fermera. Se forte sei e non aver paura, se forte sei, tu sei più forte dei tuoi poi, velocità del generoso cuore. Raggiungilo, abbraccialo, poi non fermati a metà, date la tua libertà, questo mondo cuore proprio a te, fai sì te stesso e tutti noi, tu puoi tutto se lo vuoi. Davanti più che mai, tu puoi dire al mondo anche se è tempo che più te piacerà, solo amore risposta. Я кое-что заметил. Как?
Извините, что? Я постараюсь быть кратким. Первое, вообще, в принципе, что меня поразило, это то, что Димаш стал... использовать разные вибрато. То есть, вначале у него было вибрато более продолжительное, потом он сделал вибрато более такое сжатое. Напишите в комментариях, можно ли регулировать вибрато, либо оно идет от природы определенной длины, длины волн. А у Димаша оно разное, то есть он может контролировать его, что ли? Ну, то есть... Ну, из-за этого я немножечко офигел. То, что Димаш умеет вибрато контролировать частоту волн и применять в одной песне три разных вида. Далее. В зале, конечно, офигели. Я не могу другого слова сказать. Я не буду просто не выражаться нецензурно. Но они сидели с такими лицами, типа... Серьезно, он умеет так петь? Как? Спасибо огромное оркестру. Заметили, да? Раньше Димаш выступал на таких концертах без оркестра. Теперь... Как только Димаш где-либо появляется, оркестр. Ну, вы понимаете, да, уровень? Также сама подача. Кстати, стиль, кто одевал Димаша, вот этот мундир, он офигенно смотрится на Димаше. Если меня кто-то смотрит из команды Димаша, из представителей, пожалуйста... Вот одевайте его вот в таком вот стиле, официальном, вот в таком, как было представлено в данном видео. Это просто офигенно. Ну и, естественно, непосредственно, если что-то хочет Димаш, то уж тут ничего не поделать. Также хотел бы еще отметить Игоря Крутого. То есть игра на рояле, вышка. Но опять же, реакция зала. Вы видели все сами, что там происходило. Это там просто люди сидят и просто... Ну, то есть, они... У них лица вот такие. Они ничего не... Они выражают безумное удивление и восхищение. Как можно так петь? Я уже отснял более 90 видео, я поражаюсь, как можно так петь. Я эту песню Олимпика слышал уже более 5-6 раз, именно в различных вариациях. И я до сих пор удивляюсь, как можно так петь. Потому что Димаш каждую песню, как я говорил уже ранее, поет. Одну и ту же песню может петь абсолютно по-разному. Также здесь присутствовали мелизмы. То есть это доказывает тот факт, что я сейчас хочу обратиться ко всем хейтерам. Ко всем хейтерам Димаша. К ненавистникам его творчества. Ребят... Вот в данном видео, да, да и в принципе во всех, я просто хочу к вам обратиться. Потому что хватит писать мне в комментариях и вообще в принципе гадить где-либо еще своими вот этими гневными комментариями. Димаш не поет под фонограмму, он не поет под фонограмму. Если вы под этим видео будете писать, что он поет под фонограмму, я просто умываю руки, потому что я не буду вам уже больше объяснять, почему? Почему? Просто я думаю, вы все прекрасно знаете, что в интернете идет сейчас какая-то интересная такая зачистка. Не зачистка, да, а какая-то боты, что ли, это пишут. И плюс еще есть, я не буду называть блогеров, которые тоже приложили руку к тому, чтобы... пустить слух о том, что Димаш якобы поет под фонограмму. Ну, во-первых, ребят, в данном видео, да, просто чтобы вы не писали, да и в принципе, опять же, повторюсь во всех видео, если есть оркестр, это уже не фонограмма, раз.
Потом посмотрите, как Димаш поет. Если микрофон у него вот, вот, допустим, вот сам микрофон, и вот у него вот так вот расстояние. Это не под фонограмму. Это максимально близко. Либо вот так уже. Это максимально близко, чтобы датчик микрофона чувствовал вокал, голос. Если вы замечаете, что певцы поют вот так, там отставляют куда-то, вот где-то он здесь, здесь, но не здесь, значит, это фонограмма. Димаш поет максимум здесь. Если когда у него идет вокализ, высокая нота, он отставляет его вот так, для того, чтобы сгладить эту мощность. Отдаляют. Ну, я думаю, преподаватель по вокалу у меня, и певцы, и певицы, и вокалисты, да, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Далее. Это, понимаете, это живая музыка. И все те, кто пишут постоянно, вот, Димаш это, Димаш то, ну, вы, понимаете, вы просто не можете понять то, что Димаш так реально поет вживую. Я понимаю, для всех это дикость. Что, особенно для нашей страны, для, в принципе, для всего СНГ, да, для нас это дико, потому что у нас по большей части все поют под фонограмму. А здесь появляется певец, который не поет под это. И он поет лучше, чем в записи. Я слышал Димаша в записи, альбом. И, честное слово, вживую более как-то другая энергетика. А у нас сейчас все по-другому в России, понимаете? Да и не только в России, во всех странах СНГ, да я думаю, и за рубежом такая проблема. Что просто поют на лайв-концертах под фанеру. И все, всех устраивает нормально, но нет, меня это не устраивает, я думаю, как и вас. Так что, уважаемые хейтеры, не пишите мне в комментариях, и нигде, в принципе, не пишите в комментариях, что Димаш поет под фонограмму. Пожалуйста, это уже не актуально, и это, в принципе, это не нужно никому, только вам. И вы, и, кстати, да, вы, люди, которые пишут это всякое разное, мракобесие, выставляете вы себя глупыми людьми. Ну, правда. Ох. И хотелось бы непосредственно на этой ноте завершить данный разбор. В принципе, это такой достаточно крупный праздник у нас. И выступление Димаша это было подарком для всех непосредственно защитников нашей Родины. И для нас, как для зрителей. Огромное спасибо Игорю Крутому, всей команде Димаша, Димашу и организаторам данного концерта. И всем спасибо, всем пока.